В этой квартире по-особенному уютно. В окна стучат ветки вечнозеленых растений, пахнет книгами и печеньем, а стены полны воспоминаний. Полвека здесь живут Гуленицкие. Эта фамилия хорошо известна в среде музыкантов, как в Крыму, так и за его пределами. Алексей Феодосьевич – дирижер. Мастер прошел удивительный творческий путь от подручного восьмого пульта первых скрипок до художественного руководителя Академического симфонического оркестра. Он учился своему искусству у легендарных мастеров Натана Рахлина и Игоря Маркевича, дружил с композиторами, чьи имена стали символами эпохи – Дмитрием Шостаковичем, Алимдаром Карамановым. Сегодня маэстро 86 лет, и он отдыхает от звуков оркестра в кругу любящей семьи, но, как и прежде, всегда рад гостям. Ну, мне... Мой первенец Юрочка родился и вырос в Ялте, и, слава Богу, живет единственный из моих детей, имеет постоянную прописку ялтинскую. На самом деле нас трое, я старше, сестричка Ирина и брат Алексей. Удивительно, что только один стал музыкантом, причем не просто музыкантом, значительным музыкантом, брат Алексей. Но мама и папа, спасибо большое, они дали музыкальное образование всем нам. Более того, у Алексея Федоровича, у мамочки не только трое детей, но и шестеро внуков и семь правнуков. Или наоборот, мы их так и уже много, что мы их путаем. Семь внуков, и да, шестеро, и ну, и седьмой на подходе. Опять-таки, все внуки получили музыкальное образование. Сейчас уже правнуки начинают получать музыкальное образование. Какой залог успеха Алексея Федоровича в музыке. Но то, что Алексей Федорович богом поцелованный человек, это однозначно, это великий талант. Но я бы не сбрасывал со счетов еще вот то место, где мы находимся. Это дом, это уют. Тамара Петровна, она и фундамент этого уюта. На самом деле, можете себе представить, что человек, который дает так много сил и времени другим музыке, он приходит домой, а дома все нормально. Дети покормлены, все постирано, все приготовлено. Более того, Тамара Петровна еще, она министр всего. Она министр финансов, министр внешних отношений, министр связи с общественностью. И значительная часть того, чего достиг Алексей Федорович, это ее заслуга. К сожалению, великий, я должен бежать. Вам большое спасибо, всех благ и самого всего доброго. Спасибо. Сегодня уже прозвучало о том, что Тамара Петровна – это фундамент вашей семьи, вашего творчества. Как вы познакомились? Знаете, загадка для меня, потому что и я, и Тамарочка, она, мы киевляне. Но познакомились мы в Валуште, на пляже. Я ее полюбил сразу, причем безоговорочно. Долго не решался жениться, делать предложение очень долго. Вот, потому что немножко другое время было, немного другое время. Буквально через год, значит, и то после серьезной болезни, будучи больным, он маме сказал: «Мамочка, я буду жениться». Вот. Пришел потом к нам, к моей маме, делать официальное предложение. Вот. Очень интересно, конечно. Целый год мы встречались каждый день, утром. Он меня в 8 утра встречал, даже иногда в 7 утра встречал с трамвайчика у Золотых ворот в Киеве. По прорезной вниз мы спускались к Крещатику, я садилась на троллейбус. Он возвращался домой и бежал в оркестр. А вечером после работы где-то он уезжал этим же последним, но последним
трамвайчиком. Звон слышен был за квартал, и он с четвертого этажа бегом успевал сесть на последний трамвайчик. Это был час ночи. И поженились мы как раз 14 ноября 59 года. Вот эти 60 лет пролетели как-то так быстро. Но все помнится. Тамара Петровна по первому образованию химик. Много лет отдала работе в Институте виноделия Магарач, изучала метаморфозы благородного напитка. Но помимо танинов и сложных эфиров, жене дирижера пришлось освоить и нотную науку. Тайком получить высшее музыкальное образование. Тамара Петровна – главный смотритель архива Алексея Феодосьевича. Она хранит в памяти все даты и фамилии. Первые крымские зори, на который приехала министр культуры. Они проходили 20... Это заключительный концерт был, фотография заключительного после концерта. Это было 27 августа 73 года. На этой фотографии, помимо министра культуры Фурцевой, Клавдия Ивановна Шульженко. Вот она, более молодая, с автографом своим, который преподнесла Алексею Феодосьевичу еще в Киеве. Если мы возьмем эту фотографию, здесь молодой Мацуев, Денис Мацуев, который приезжал совсем маленьким, и когда вырос вот таким детиной, говорит: «Алексей Феодосьевич, вы меня не узнаете? А я же, говорит, Денис Мацуев». И вот это на первом международном конкурсе «Звезды планеты» он начал играть произведение. Погас свет в юбилейном, полный зал народа. Оркестр замолчал, дирижер тоже. Мацуев не растерялся и начал играть что-то в джазовом стиле. Через 5 минут свет загорелся, концерт продолжился. Вот очень приятно, вот, допустим, о Мацуеве. Теперь это такой вот очень известный, крупный музыкант, который воспитывает целые школы юных музыкантов. Будучи в Донецке на гастролях, Алексей Феодосьевич познакомился с молодым певцом. До этого был у него на сольном концерте. И он тут же позвонил домой и сказал: «Тома, обязательно сходи на концерт этого молодого солиста». Зал был полупустой, человек 30-50 всего лишь. Кончал концерт Дима «Ноченькой». Ну, это его коронная песня. В следующий приезд Алексей Феодосьевич его уже пригласил спеть с оркестром. Это было летом. Он приехал со своей женой Светланой, бывшей балериной. Они были у нас в гостях, сидели в этой комнате. Много очень говорили обо всем. Но самое интересное, что на репетиции, на первой репетиции в юбилейном летний наш кинозал, киноконцертный зал, отрепетировав, Дмитрий спускается со сцены,
громко говорит, обращаясь к своей жене, сидящей в зале. «Света, ты знаешь, это совсем не хуже, чем Амстердамский оркестр!» На этой стороне можно почитать вот такие вот пожелания. Да, милому, дорогому Алексею Феодосьевичу с пожеланиями счастья, добра. Ялта, 23 июня 91 года. Я знаю, что у вас есть трехкнижье, в котором вы записали все свои концерты. За это время 3500 концертов я, да. И не запомнил, у меня большинство из них записано. В этих книжечках, вот первый концерт. Да. Какой был год, первый концерт? В каком году? В 61 году. Причем это уже был концерт с оркестром радиокомитета, и игралась пятая симфония Дворжика, первая часть. Это был экзамен в аспирантуру, второй тур. И после этого я получил отметку, фактически дающую мне право быть профессиональным дирижером. Значит, моя первая половина пошла со знаком скрипки, а вторая со знаком дирижерской палочки. Скажем, 10-й концерт был, это было 31 мая. Вот после концерта уже прошел очень здорово в Ялте. И нас с Тамарочкой пригласили на следующий день к нам зайти. И предложили директор мне... Директор филармонии. Это Коростин, очень такая... очень интересная личность, но что он нам, Тамара Петровна и я, мы предлагаем вам остаться здесь и быть вторым дирижером. Потому что первый был там Багдасарян, он болел очень часто. Мы сразу не дали ответа, мы тут же начали звонить своему педагогу Кондерштейну. Он говорит, ничего не сомневайся, соглашайся. Я знаю, что это твой этап, и ты очень трамплин, способный. Трамплин, он сказал, трамплин. Да. Будущее твоей деятельности. И, в общем, вот с этого началась моя уже профессиональная работа дирижера. Алексей Феодосьевич целый год жил я в Киеве с сыном Юрием, а он на летней эстраде. Не отапливалась летняя эстрада, ничего. Ему ставили радиатор такой маленький, масляный. И он жил всю зиму там. Пока в Киеве мы не получили квартиру. Вот когда получили квартиру, уже стал вопрос об ее обмене на Ялту. Вот. Это произошло в 67 году. И с марта 67 года мы вот в этой вот квартире живем сколько лет? Ой, считайте. Стены гостиной украшены десятками картин. Большинство работ принадлежат кисти дедушки Алексея Феодосьевича, известного советского художника Григория Светлицкого. Глаза на портретах видели много известных людей – поэтов, музыкантов, живописцев. Однако особо теплая дружба связывала Гуленицких с Вячеславом Овчинниковым. В их доме композитор часто проводил летние каникулы и всегда неизменно привозил подарки – партитуры симфоний. Сегодня эти книги – экспонаты семейного музея. Причем на каждой партитуре он по-разному писал посвящение. Здесь Алексею Гуленицкому, замечательному музыканту и большому мастеру. С уважением, Овчинников, 88-й год. 88-й год, вот первая симфония. Ну вот вторая симфония, например, посвящение дорогому Леше Гуленицкому от любящего автора. Приятно.
Вообще удивительно был такой молодой человек, да. Однако самая большая драгоценность семейного музея – партитура Дмитрия Шостаковича, подписанная автором. Алексей Феодосьевич был частым гостем в доме композитора, когда учился в Москве. Дорогому Алексею Феодосьевичу Глиницкому, что там, да, Дмитрий от Шостакович. Первая симфония, да, которую я играл уже, по-моему, там... 27 раз. Сколько? 27 раз он исполнял эту симфонию с разными оркестрами в разных странах, в разных городах. Маэстро, что для вас музыка? Музыка для меня очень... Это все. Музыка, без музыки я себе не представляю абсолютно ничего, потому что музыка это почти все, что я могу предложить публике.